как кресло ей погибает. Хорошие побеждают, добро всегда побеждает зло. Запомни эти слова, детям ты их расскажешь. Станешь отцом, найдешь свою мать, жену ты найдешь. Отец в жопу ты не суй, помидор в рот клади. Ухо держи, нос поверни, в глаза мне смотри. На стене сиська миллион, где рядом мной вертит хвостом он. Но его глаза, но его глаза такие, глубокие глаза. Я начинал этот рэп сам. Я не дрочил весь ноябрь, бороду я отрастил, отпустил. Всех врагов я простил. Мать я любил, сестру уважал, брата я бил, деда губил. Дом я спасал, в снах поджигал. Я не ответ. Меня зовут Адольф. Просто Гитлер Адольф. Без яйца! Пятница! Пятница! Не любил я евреев, русских я тоже, цыгане я тоже не любил. Но ничего не могу я поделать, ведь я просто дебил. Меня зовут Адольф, очень приятно познакомиться, у меня есть друг Марк Эденбург. Я свалил всю Россию, свалю и Москву. Все будет хорошо у меня, потому что я Адольф Гитлер Адольф. Без яйца! Без яйца! Да, без яйца, туда попало смог. Я Бакова защищал, защищал свою Германию и родину свою. Да, я такой крутой. Без яйца! Без лица! Без яйца! Я мне, хотя нет одного яйца при мне, что не беда и не беда все равно. Я ебу все вокруг себя, потому что я крутой, у меня есть усы. Чарли Чаплин про меня снимет весы, весы. Это фильм, название его новое такое крутое кино. Оно будет со звуком, а не на пианино. Там будут играть на гитаре и даже Нина. Нина хозяйка консьержу подъезда, она любит консервы Сергея. Не любит она без яйца. Без яйца. Без яйца. Без яйца. Да-да, как шроты в банке, стою я в маршрутке, и все хорошо. Но я ведь Адольф, у меня есть часы, и кино вроде снимаю. Но что-то никто не понимает, я крутая личность, исторический деятель. Но ни один, ни вокруг, ни писатель не понимает, ничего не читает, не знает, не влюбляет, что я без яйца, без яйца, я без яйца. С текстами очень плохо все. Ну ладно, но зато ты музыкант. Ой, блядь. 10 минут, блядь. Без яйца.